Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. 22 мая – день, который, согласно православно-христианским догматам, посвящен Николаю, святому покровителю торговцев, моряков и детей. В народе его прозвали Николай Теплый, есть несколько традиций, соблюдения которых поможет привлечь достаток на целый год. В день Николая Теплого принято обращаться к этому святому с просьбой о помощи и защите. Это, согласно народным поверьям, поможет не допустить заболеваний детей, пожаров, спастись от прочих неприятностей. Чтобы заручиться поддержкой святого, очень важно и самому совершить 22 мая добрые дела, в частности, дать еду нищим. Если вы это сделаете, то можете быть спокойны. Достаток и здоровье будут сопровождать вашу семью весь остаток года. Большим грехом у православных считалось купание в реках и прудах до 22 мая. С этого же дня открытые водоемы были готовы к встрече купальщиков. В деревнях и селах было принято уделять особое внимание лошадям. Владельцы конюшен обращались к Николаю, чтобы он помог не допустить болезни животных. Молодые люди читали молитвы, а ночью выгоняли лошадей в поля, где гоняли их. Кроме того, именно к этой дате необходимо было посадить картофель. Если же не успеть этого сделать, то о богатом урожае не стоило и мечтать. Крепкое здоровье на год вперед позволяло получить простой ритуал. В праздник Николая Теплого было нужно непременно умыться утренней росой. Есть несколько интересных примет, знания которых позволит спрогнозировать погоду на лето и урожай. Дождь на 23 мая говорит о том, что лето будет холодным и дождливым. О богатом урожае овса говорит громкое кваканье лягушек. Если цветет ольха, можно приступать к посеву гречки. Конечно, не все современные люди верят в народные приметы, считая их не более чем суевериями и пережитками прошлого. Но тот факт, что они передаются из уст в уста от прошлого поколения к нынешнему, свидетельствует о том, что какое-то зерно истины в них присутствует. И нередко выполнение несложных ритуалов позволяет зарядиться положительной энергией, благодаря которой все задуманное непременно исполнится. А веришь ли в приметы ты? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.